Так, в режиме онлайн глава государства общается с врачами, проводившими в момент визита президента в городскую поликлинику операцию по пересадке печени. Несмотря на перебои с интернетом, Нурсултан Назарбаев отметил. Вас ждет пациент. Удачи вам желаю. Поликлиника номер 3, рассчитанная на 500 посещений в смену, построенная по программе 100 школ, 100 больниц, введенная в эксплуатацию в прошлом году, не осталась без внимания главы государства. Начальник областного управления здравоохранения Жумагали Исмаилов поясняет, мол, это только начало. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 62 объекта здравоохранения. Для нужд необходимо построить более 500 объектов. На сегодняшний день построено 246 объектов, и в этом году планируется ввод в эксплуатацию еще 62 объектов. 38 врачебных амбулаторий построены на селе с жильем для молодых врачей. Ко встрече с главой государства медики подготовились основательно. Правда, домашняя заготовка Нурсултана Абишевича лишь рассмешила. Айтар алысымыз шексіз. Заготовили речь? Дюк. До конца надо это сказать. Видишь, по-человечески поговорить. В свою очередь глава государства попросил врачей быть внимательнее к пациентам, особенно к здоровью подрастающего поколения. Благодаря этой работе сейчас смертность малышей сократилась резко, матерей тоже. Продолжительность жизни выросла на 3,5 года. Это хороший результат. Еще мы строим дальше. Судя по настроению, глава государства увиденным остался доволен. Получив напутствие крепкого здоровья из уст южноказахстанских врачей, он отправился на встречу с предпринимателями в областной выставочный центр.